назревавшие многие тысячелетия догадки о том, что он, третий глаз, существует, совсем недавно получили научное подтверждение. Вот здесь, в самом центре человеческого мозга, сотрудники Академического института биорегуляции и геронтологии обнаружили шишковидную железу – эпифиз. Весит железа всего 1 грамм. Ученые полагают, что это и есть третий глаз. Третий глаз не потерян. И оказалось, вот как раз наши исследования показали, что клетки в эпифизе и в сетчатке примерно одинаковые. Они содержат и мелатонин, и одинаково реагируют на свет. Более того, тот же эпифиз, он связывает наше тело с внешней средой. Мелатонин – биологический регулятор человеческого организма, гормон долголетия и жизненной силы. Он вырабатывается эпифизом и стимулирует работу этой шишковидной железы, нашего третьего глаза. Эпифиз не дает покоя исследователям. Ученым уже известно, что это небольшое, величиной с горошину образование способно улавливать миллиметровый диапазон волн, а также магнитное поле. Предполагается, что эпифиз может улавливать ультра- и инфразвуки. У живых существ третий глаз не редкость. Как правило, он встречается у пресмыкающихся, змей, крокодилов. У них в черепе даже предусмотрено отверстие для него, теменная глазница. Именно с помощью третьего глаза рептилии могут заранее чувствовать землетрясения, извержения вулканов, магнитные бури. Вот он находился вот здесь в теменной части, так сказать, головы. Ну, как бы, вы знаете, вот если вот змея, то вот как раз вот голова ее змеи, и вот сверху он и находился. Как бы именно связь, ну, как максимально свету, так сказать, получить воздействие световое. Это был орган, реагирующий на свет и темноту. Это не был в том понимании глаз, там, с хрусталиком, сетчаткой. Нет, конечно. Это был орган, реагирующий на именно дневное освещение или на темноту. Вот в чем смысл этой эпифиза. Но он назывался третий глаз, потому что он как бы видел свет и отсутствие света. Многие специалисты полагают, что предвидеть природные катаклизмы животным помогает другое свойство эпифиза – способность воспринимать тонкую информацию о будущем из информационного поля планеты. Еще академик Вернадский говорил о ноосфере как о базе, в которой есть данные обо всех процессах, происходящих во Вселенной. Возможно, эпифиз и есть та самая антенна, которая способна получать и воспринимать это знание, видеть то, что происходит внутри человеческого организма и вне его. Я так думаю, что эпифиз как раз такая тонкая структура, которая наиболее четко реагирует на различные излучения. Вот это как раз его предназначение. Эпифиз, безусловно, связан различными, и он подвержен всевозможным излучениям в громадной степени. Подтверждение тому, что эпифиз связан с такого рода излучениями и на него влияют различные энергии, можно найти в истории. Не случайно служители различных культов, жрецы и ясновидящие, прорицатели украшали себя головными уборами с драгоценными камнями. Проходя и преломляясь через грани камней, излучение или энергия концентрировались на теменной части головы и вполне возможно стимулировали эту загадочную шишковидную железу – эпифиз. Третий глаз открывался, и жрец или пророк приобретали паранормальные способности. Кстати, древние полагали, что самым лучшим проводником подобной энергии был кристалл аметиста. Вполне возможно, что и легендарный предсказатель Нострадамус делал свои поразительные пророчества, пронзая информационное поле Земли с помощью третьего глаза. Ведь Нострадамус долгое время был врачом, и, может быть, именно он и понял, за что отвечает эта маленькая горошина эпифиз, спрятанная в глубине человеческого мозга. Понял и нашел возможность заглядывать с его помощью в будущее. Животные с помощью мощного биорегулятора мелатонина, вырабатываемого эпифизом, заботятся о своей безопасности. А люди? Как они могли бы воспользоваться третьим глазом? Так у нас в военно-медицинской академии как раз и была создана лаборатория, научно-исследовательская лаборатория биорегуляторов. Специальная лаборатория по разработке этих средств и использованию их прежде всего в военных целях. Наши препараты применялись и в Афганистане, и в Чернобыле, и у подводников.
То есть вот, это были сделаны громадные исследования, отчеты, получены изобретения, патенты. Это все делалось при всем в военных целях. И крайне эффективно. Большинство ученых полагают, что эта шишковидная железа и есть тот самый энергетический центр человека. И наделен им каждый. Надо лишь заставить его правильно работать. Научиться открывать третий глаз. Эпифиз не просто отвечает за работу всего организма, но, возможно, способен принимать и излучать мысленные образы, черпать информацию извне. И эта информация, полученная столь необычным образом, может ускорить восстановление после тяжелых травм и ранений, может активизировать экстрасенсорные способности и позволить человеку предвидеть грядущие события.